иди. Пошел. Заходи. Вон сайт лежит. То ли, то волю. Там легли. Спать легли. Наравне со всеми детьми не отличишь. Нормальные были эти, разговаривали и все. А потом до 3 лет, а после 3 лет раз обрывается и перестают говорить. Ну, то ли еще вот как-то маленько начал, хоть плохо, как ребенок, но он начал говорить кое-что. И это. А Саша совсем. Они не умеют даже плакать. Вот если ему больно, он не плачет, а только кричит, а плакать не плачет. Куда вот так? Здесь 50. Ну вот я и пожалуйста, вот и дети, чё же. Я после-то я забеременела, то ли, за то ли и Сашей. А чё же сама надышалась этого? Находимся сейчас с города Курчатова, выехали в сторону вот, объекта 300 и потом на Дигилен, где взрывы были. Да. В общей сложности, наверное, где-то километров 140 получится туда доехать. Сейчас от километров, наверное, 80 будет дорога, а потом по степи. Met een team van het Nucleair Onderzoeksinstituut zijn we op weg naar de beruchte testlocatie Semipalatinsk. In het noordoosten van Kazachstan, vlakbij de Russische grens, voerde de Sovjet-Unie decennia lang kernproeven uit met alle gevolgen van dien. Ну, в 49-м году начались испытания. За этот период по 91-й год было произведено 468 взрывов, из них 80 воздушных, 38 наземных, остальные были все произведены подземные испытания. Het is 1955 als Людмила Шаворостова voor het eerst getuige is van een kernproef. De Sovjets willen onderzoeken welk effect de straling op mensen heeft. Ze vragen de lokale bevolking nadrukkelijk om naar buiten te gaan, maar zeggen er niet bij wat er gaat gebeuren. Удобнее заходить, пока звук не пройдет. Ну и мы сидим, ждем эту вспышку, как солнце вот тут вспыхнуло, вот такой фар. Ну, солнце. И потом это пуф, вроде бы с него пошла гриб. Он белый такой гриб. Через 7 минут дошел звук. А звук был оглохли. Я рот раздвинула, уши закрыла. Вот такое ощущение. Я стою, у меня от этого забора. А там это вот упаду. Собаки все селом убежали. Залаяли. Я и свою собаку кричу, а он на меня и смотреть не хочет. А прямо вот на ногах стоят тяжело. Люди некоторые попадали там на площади, упали на землю. А она прям со свистом. Одна, потом вторая по полоса, вот как небо разрезано просто. На тот период проживало 1,5 миллиона человек. Ну, с условиями того, что демографические движения идут, да, на сегодняшний день по алгоритмам движения мы примерно считаем, что порядка 500 тысяч человек относится к группе радиационного, входит в группу радиационного риска, ну, в различной той или иной степени от полученной дозы. Вот мы лежали в 2003 году в областном неврологическом отделении. Вот. Жаннурке 3 диагноза мод, ДЦП, у нее еще сколиоз 4 степени, анемия, и у нее это... Год 3 месяца была, я ходила, в больницу мы ходили туда, в нашем село в Абайском районе,
И наш это, педиатр сказал, что Жаннур так, у нее такой диагноз. Ну, у нас тогда, ну, как все у нас все 34 инвалида были, вот как дети родились. Мы все сдали, когда у нас 93-м году все вот такие дети вот сдали все. У нас тогда в Аягузе такие инвалиды. Ну, я нет, его нет. Ну, если будете сдавать, ну, все оформим. Я говорю, нет. Никакой я буду. Сколько будет она жить, и сколько буду я его ухаживать. У себя же Жаннурке вот 22. Ground zero, right here, is the middle of this experimental field. The first nuclear test. First nuclear test in air, in 1949. And we are going to Degelen now. We are going to Degelen now, yes. How long a drive? Approximately 60 kilometers, by step. На данных полках хранится архивный материал, который нам удалось сохранить в свое время. Здесь находятся результаты медицинских обследований населения вот тех населенных пунктов, а также результаты радиоэкологических исследований, измерения мощности дозы, результаты пробоотбора, то, что проводили, земля, растения, пища, то, что все люди использовали в быту. Так, вот этот документ в свое время относился к совершенно секретным документам. Вот гриф секретности. Вот эта карточка говорила о тех людях, кто имеет право допуска, под роспись брал этот документ и пользовался данным отчетом. Как мы получили независимость, когда эти документы у нас остались, наш президент как бы... То есть это с 91 года открыто? Рассекретил, да, все эти документы. 800 километров verderop, de hoofdstad Astana, nog geen 20 jaar oud. President Nursultan Nazarbayev bestelde een hypermoderne stad, een soort Dubai in de steppen. Betaald met de oliedollars die de Kazachstaanse elite steenrijk had gemaakt. Nazarbayev was 2 jaar president toen de Sovjet-Unie in 1991 uiteenviel. Het dan onafhankelijke Kazachstan zat ineens met honderden kernwapens, maar wilde ze niet.